Так, возьмем простой Vray MTL и обозначим текстуру Bump. Она обычно черно-белая, в принципе можно выбирать любую. Посмотрим со стандартными значениями, какой будет рендер. Стоит 30 по умолчанию сила бампа. Это, конечно же, может быть много. Сейчас нам нужно чуть поменять наложение нашей текстуры на объект. Укажем бокс и выровняем по картинке, по нашей текстуре, которую мы использовали. Текстура хорошая, поэтому результат приемлем. Здесь также можно менять размытие самой текстуры, в самих настройках текстуры. Посмотрим, к чему это приведет. Сохраним два варианта, до и после. Первое это без, точнее с размытием. А второй будет без размытия. Деталей появляется очень много, и больше появляется, и некая шероховатость на кирпиче. В данном случае смотрится не очень, но варьируя этот параметр, можно получить разные эффекты. Назначил на дисплей ту же карту. Сделаю область поменьше, чтобы быстрее считала. Разница от бампа в том, что displace – это выдавливание геометрии, искажение самой геометрии, а бамп – это фейковый рельеф. Естественно, за счет того, что искажается геометрия, дисплей считается гораздо дольше. По умолчанию стоит числовое значение 100, 100 много. Обычно от единицы до 10-15 достаточно. Так. Посмотрим, как отсутствие блюра, отсутствие размытия на карте влияет на displays. В данном случае выглядит намного лучше. Появилось много деталей, вот можно сравнить, намного больше деталей. Ну и естественно, время рендера за счет этого будет увеличиваться. Также есть модификатор для дисплейса. Назначаем текстуру. Слот, и разницы мы не увидим. Что дает этот модификатор? Он дает более пластичную настройку, то есть уже мы можем не условными единицами управлять нашим дисплейсом, а задавать числовое значение. В данном случае, чтобы избавиться от разрыва, от геометрии разрыва, черных вот этих пустот, я просто поменял проецирование карты на сфер, на сферическую, на сферикал, и таким образом мы убрали вот эти наши швы, разрывы швов. Но если это будут острые углы, даже с чамфером, то это не возможно, не поможет. Скорее всего, не поможет, потому что у нас геометрия будет в разные стороны смещаться, и, соответственно,
будет образовываться разрыв. Но как раз от разрывов нас спасет V-Ray Displacement Mode модификатор. Частично, конечно, можно чамфером убрать и правильным наложением текстуры. Я выбрал ребра и сделал чамфер, чтобы сгладить углы. Считаем с таким, с такой геометрией и видим, что да, мы частично избавились от швов, но они все равно есть. Выглядит это не очень хорошо. И поэтому применим сшивку наших разрывов, поставив галочку Keep Continuity V-Ray Displacement Mode. Я отменю чамфер. Так, эта геометрия нам сейчас пока не нужна. Вот наш V-Ray Displacement Mode, и включаем галочку. Прежде давайте настроим проецирование. Просто изменив тайлинг. А такой момент, то что Keep Continuity не работает на 2D. Надо переключаться на 3D. Вот. И становится активна возможность сшивки наших разрывов. Keep Continuity, ставим галочку. И вперед посмотрим теперь на результат. Вот мы полностью избавились от наших разрывов. Я выберу регион для того, чтобы рендер происходил быстрее. UVW Map наложу для того, чтобы спроецировать правильно, выровнял по картинке. Так. Чуть-чуть изменю масштаб. Так, по другой оси. Ну, примерно вот так. Важно тоже правильное положение выбрать текстуры, чтобы на углах наши кирпичики совпали, чтобы это выглядело адекватно. Так. Еще момент, когда у нас выдавливается геометрия, то те объекты, которые на поверхности, в данном случае стены, будут погружаться в саму стену. То есть, грубо говоря, если это была бы картина, то она бы просто утопла в кирпичах, что в принципе нелогично, такого быть не может. Но опять в этом нам поможет V-Ray Displacement Mode. Нам нужно просто указать какое-либо значение шифта, в зависимости от того, куда вам нужно сделать сдвиг. С минусовым значением в данном случае, для того, чтобы отступить назад. И не всегда то значение amount, точнее шифта, должно совпадать с amount. Иногда оно как-то не зависит. Хотя логично было бы, конечно, предположить, что если мы отступаем, если мы выдавливаем на 3 сантиметра, на 30 миллиметров, то, соответственно, мы должны и shift сделать тоже такое же значение. Но почему-то это не всегда работает. Поэтому пробуйте на глаз.
Так, теперь я назначу еще отдельную карту на бам. Так, и нам нужно еще сделать отражение. У нас есть вот карта вот такая, спекулара. Ну и тут множество вариаций. Мы можем сделать отражение и карту спекулара добавить на рефлект Лоссона. Можем сделать на рефлект и на рефлект Глосси. Тоже можем сразу назначить разные текстуры, две текстуры, потом их отдельно менять. Я добавляю силу отражения. Ну и тут уже дело вкуса, настроек, какой вы хотели бы кирпич, какую бы поверхность. Пока диффузная карта отсутствует, на белой поверхности лучше видно наше отражение. Они должны быть еле читаемы, если мы хотим сделать застаренный кирпич. Добавляем диффуз. Поверхность все равно сильно матовая. Так. И я добавляю Color Correction в канал Reflect Glossy. И таким образом мы можем варьировать, прибавляя либо убавляя brightness, можем контраст понижать, либо повышать. Subdivide для лучшего качества я поставил 24. И видим, что да, матовости чересчур много, и эта матовость убивает наш диффуз. Нам необходимо понизить. Глосим. И задавить отражение. Ну, опять-таки, здесь все на глаз. Каких-то определенных настроек тут нету. Дисплей смотрится хорошо. Дисплей, конечно, очень нагружает ресурсы компьютера. Иногда есть смысл, может, использовать геометрию. Но опять-таки, непонятно, что будет быстрее. В зависимости от геометрии, в зависимости от настроек, в зависимости от того, какие вы карты используете. Все это влияет на скорость, на просчет, на качество. Я немножко поменяю положение карты. Ее масштаб. Так, давайте посмотрим конечный вариант. Но
собственно, вот наш конечный результат.